Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. У нас урок с вами 103, а также контроллер тоже F103, расположенный на недорогой плате. И занимаемся мы с вами изучением радиомодуля NRF24L01, в скобках плюс. Мы с вами изучили характеристики, изучили многие особенности, особенности передачи данных по воздуху, особенности передачи и обмена данными межблочным между модулем и контроллером по шине SPI. Также познакомились уже с командами, со всеми практически, и со многими уже регистрами, научились их писать, читать, и часть инициализации уже написали. Сегодня мы продолжим это занимательное занятие и перейдем к следующему регистру. Занимательное оно тем, что мы с вами не тратили время на изучение всех регистров отдельно и потом по вспоминанию этих регистров, а именно мы занимаемся в таком формате, что изучаем их в процессе написания кода. Регистр с адресом 1C. Следующим у нас будет это DIN-DPD. То есть данный регистр работает только лишь в режиме обмена с использованием динамического количества байт в пакете, поэтому он нас не интересует. Он включает просто вот этот еще режим для каждого канала. То есть если мы включили вот здесь единичку, то у нас этот режим работать все равно не будет, если мы не включим в соответствующем канале. То есть мы тем самым можем некоторый канал обмена настраивать с использованием такого режима, а некоторые каналы обмена с фиксированным количеством байт. Вот такая вот еще особенность опять. Но так как мы не используем, у нас тут будут нули. Следующий регистр, наконец-то, статус. Вот он. Ну, тут смотреть неудобно, конечно. Здесь все это у меня объясняется, вы смотрите там обязательно. Ну, про данный регистр, я думаю, здесь там ничего сложного нет, вы сейчас сразу его поймете. Статус имеет адрес 16-речный 07, ну, соответственно, 10-речный 7 тоже, понятное дело. Вот эти вот у нас. То есть, опустилась ножка ERQ у нас вниз, олицетворяя то, что произошло какое-то прерывание. А раз уж произошло прерывание, то, скорее всего, произошло и какое-то событие. И чтобы узнать, какое именно событие произошло из трех возможных, существуют вот эти биты. Если этот бит включился, значит, у нас с вами принят пакет. Если этот бит включился, значит, пакет передан в режим передатчика. Все тут написано. Если вот этот, то исчерпано количество максимальных попыток передачи при неудачах. Вот и все. Причем, да, самая главная особенность. Если вдруг мы обнаружили, что здесь не пусто, что, конечно, произошло прерывание, мы должны включать, задействовать прерывание это записью единички сюда. Вот такая интересная, очень-очень интересная особенность. Вроде здесь еще единичка, а мы сюда еще и пишем единичку. Вот, пишется единичка для clear bit. Ну, я вам переведу по-нашему, сбрасываем флаг прерывания. То есть в прерывании существует флаг, и чтобы этот флаг сбросить, мы в соответствующее поле передаем единичку. Вот как. То есть и порой полезно даже вообще во все передать единички, особенно когда мы инициализируем модуль, ну и еще в некоторых случаях. Теперь еще вот такие вот два интересных поля. Одно поле состоит из трех бит, вот в котором и содержится как раз именно номер канала, который породил прерывание. То есть тем самым мы узнаем, из какого передатчика к нам пришел пакет. Ну, доступен именно только в режиме приема, приемника. То есть в RxFIFO появился у нас пакет, пришел, вот такое вот прерывание получилось. И сразу же мы узнаем, где у нас тут какая единичка или что. Именно по этому самому мы узнаем, какой канал. То есть откуда пришел пакет. Я сначала, мне было тяжело это узнать, почему-то он не очень читался, но потом мне удалось считать отсюда все это. И тем самым я узнал, что канал пришел именно с Pipe 1. Для чего именно я и
использую 1, а не 0. Если 0, то, может быть, и не получилось у меня ничего, я же не узнаю. Я сначала мучился, кстати, из-за этого, что у меня пайп 0 был включен. Да, думаю, да что же, ни один не включается у меня бит и все. А при нуле, то при нулевом пайпе он и так 0. Поэтому я и задействовал пайп 1, чтобы узнать, что бит включается. 110, если здесь будет, то это не используется. А если здесь 111 находится, значит, у нас буфер пустой. То есть мы можем проверять, что буфер у нас не пустой тем самым. Ну, я думаю, это незачем. Или проверять, что буфер пустой, да. Теперь также еще один бит у нас есть, что у нас заполнен буфер TXFIFO. То есть нам передавать с вами не удастся, то есть мы неудачные попытки передачи использовали, все, видимо, три буфера уже использовали, то нам как-то надо очистить весь этот буфер, и в статусе здесь вот будет единичка, что он заполнен. То есть переполнение буфера FIFO для передачи. Ну и, как я и говорил, во время инициализации нужно сбросить все флаги. Тем самым мы семерку отправляем сюда. Но почему семерку, а не 70? По идее, 70 надо. Это очень странно. Ладно, будем думать, что мы здесь с вами освободили регистр. Вернее, освободили буфер передатчика. Вот так напишем. TXFIFO. Напишем так. Если что, мы пересмотрим все это дело. Нет, мы с вами должны именно сбросить флаги. Я посмотрел в одном из исходных кодов, поэтому мы здесь напишем все-таки 70. И здесь тоже мы сейчас напишем 70. Здесь напишем 70. И здесь напишем 70. Так, также сохраним. Хорошо. 70, да. Да, можно было вот так сделать статус. И вот эти вот все три, чтобы понятнее было. Да, 40, 20, 10, будет 70, точно. Сделать вот так даже. RxDR. То есть через... перечислить их по... В общем, через или. Ну, мы так не будем, я думаю, мы и так поймем отлично. То есть это была ошибка, хорошо, что вот многие еще ошибки. Хотя я сколько раз это все прогонял, работает и так. Вы можете вообще вот это ничего тут не сбрасывать. Это все, это делается вообще на какой-то такой случай, экстраординарный, я не знаю. Теперь дальше. Регистр следующий. RF Setup – это как раз тот регистр, который нам устанавливает. Он идет после статуса, видимо. Статус 07 у нас. Нет, тут Observe. Это тоже нам не надо. Считать. Здесь мы можем считать, в общем, пакеты, количество попыток передачи при неудачных. Нет, это дальше. Нет, надо все-таки посмотреть вот здесь. 06, он до статуса. Это мы включаем, какой именно канал мы радио используем. Но мы договорились 76, то есть нет, мы уже включали 76. А что ж тогда? RF Setup. Нет, мы, наверное, все это проделали с вами. Вот статус RFCH. Да, мы включаем частоту. Ничего мы еще тут не проделали, ничего не делали, да. Вот этот вот CH-канал, какая именно частота, нулевой бит не используется. Вот. Ну, мы вроде его уже с вами изучили, как это так произошло-то. Ну да, не использовали. Ну хорошо, если изучили вдруг, то еще раз. Урок длинный, начинаем путаться. Да, мы его когда тут проходили, я вам рассказал, что от 2 до... значение может быть здесь до 128, всего 126 возможно. Мы выберем 76, и будет частота у нас 2476. RF Setup. Сразу смотрим, что он 0,6. Вот он. Первый бит для блокирования. Не первый, даже четвертый. Первые три не используются. Я считаю их слева. Как пишем, так и читаем. Вот, теперь с этой стороны третий бит у нас настраивает частоту передачи мегабитов в секунду. Ну, не частоту, а скорость. 1, 2 и, как мы знаем, еще у нас есть еще один бит. То есть я немножко не тот открыл даташит. Их два. Поэтому-то, наверное, я и сейчас и увидел activate. Возможно, в другом даташите мы activate и не увидим.
Сейчас давайте для интереса посмотрим. Их несколько бывает даташитов. Вот, никакой мы Activate здесь с вами не увидим. То есть, наверное, видимо, разные модули есть. Вот, почему я не нашел в документации. То есть, вы его тоже не найдете. Есть другая документация, где есть Activate. Так что не знаю даже, исправлять мне свой сценарий или не исправлять. В общем, думайте сами. Но Activate был именно в ардуиновской библиотеке. Вот, тут теперь все будет понятно. Вот, давайте сравним даже вот этот вот шестой RFSetup. Вот смотрите, тут как все происходит. Здесь только один, это, наверное, который без плюса модуль. Здесь нету режима 256 килобит в секунду. Здесь только два режима, 1,2 мегабита. И здесь есть LNA gain, то есть усиление еще можно применять. А вот в документации, я так понимаю, на плюсовой модуль, да, и P стоит вот здесь, вот L01P. Здесь не так все абсолютно. Или log, это все так. Здесь, мало того, уже начинает использоваться у нас всяческие там разные биты вот эти, которые не использовались. То есть самый старший бит проверяет проверк несущий, вот этот вот, седьмой. Ну, это в тестовом каком-то режиме. Вернее, передач несущий постоянно. Биты, вот этот шестой, не используется. RFDR low и RFDR high. Вот эта пара битов, почему-то они вот так разнесены, отвечают за частоту. То есть вот 250 килобит в секунду все-таки. А 1.1 не используется. То есть если будет у нас, например, оба вот этих бита в нулях, то у нас 1 мегабит в секунду. Если будет вот так, здесь единичка, а здесь 0, то 250. Если тут вот единичка, а здесь 0, как сейчас стоит, то это 2. То есть если тут единичка, тут 0, то 250. Вот как. Интересно. А вот здесь уже PLL log. То есть блокировка прием-передачи. Также используется для тестирования. Ну, видимо, еще для того, чтобы, ну, как-то отключиться, чтобы не приходили вообще сигналы. Может быть, какие-то мероприятия будут проводиться на приемной линии. Не знаю зачем. Но вот есть такое. То есть, ну и запишем значение в данный реестр мы. Мы используем 1 мегабит в секунду с вами. Скорость передачи данных. И включаем 0 децибел метров. Это вот этот вот еще RFDR у нас есть. Опять не тот даташит. Давайте с плюсом. Тут что-то у нас нет децибел метров, наоборот. Как-то различие даташитов. Ну, так как, чтобы, судя вот по другому даташиту, включить 0 децибел метров мощность передачи, то второй и первый у нас биты должны быть в единичках. Ну да. А чтобы 1 мегабит, то все в нулях. В принципе, вот эти две единички мы включаем, если по этому даташиту. Вот такой даташит. Давайте посмотрим в сценарий, какой я использовал даташит. Ну, я нормальный, с плюсом использовал, конечно. Почему с плюсом? Вот такой вот. Вот здесь вот все тут четко. Давайте посмотрим, где у нас такой вот вариант. Вот это вот с плюсом. Тут вообще какой-то еще даташит мы сейчас смотрим. Давайте вот тут смотреть. Все-таки тут все это видно. Я сейчас прибавлю немножко. Увидим мы. То есть вот так мы включаем вот эти два. Этот вообще не используется у нас. Не знаю, какой тут у меня вообще даташит. То есть если мы любой берем даташит, то у нас будет скорость. Если она не регулируется, то все равно здесь будет 0. Если регулируется, вернее, ну 0 децибел метров, если она не регулируется, скорость станет. Если регулируется, то вот 11, то она будет тоже 0 децибел метров. Вот такая путаница с даташитами. Дальше мы научимся с вами теперь читать, писать буфер, как я и обещал. Опять же, над функцией инициализации мы добавим еще две функции. То есть мы с вами в данном уроке подготавливаемся только лишь к приему и передаче данных. Мы их еще не передаем. Ну, также мы с вами и
LAN-модули ENG28J60 изучали. Мы сначала с ними плотно знакомились. Долгое количество частей. У нас там первый урок в каком-то из контроллеров вообще 12 частей составил. Но чтобы я еще не делю как-то части из-за того, что Новый год на носу, как-то делить урок на части с переходом на следующий год, не знаю, какая-то не та примета, чтобы быть ей хорошей. Ну, после Нового года я обязательно обязуюсь такой урок снять. Может быть, не сразу его дам, потому что первые месяцы вообще идут они такие, что мало кто смотрит уроки и мало толку их постить. Ну, может быть, я буду потихоньку, да и я очень занят, отчеты у меня очень много отчетов. Ну так вот, вот у нас две функции. Readbuf, то есть мы отправляем адрес буфера в шину и читаем его потом. А тут наоборот. Мы отправляем в шину сначала бит записи. Ну, мы помним, какой это бит у нас записи. Вот этот вот, бит 5. И потом отправляем адрес, ждем микросекунду и отправляем данные в буфер. А тут вот тоже могут быть задержки скорости, но желательно это микросекунду, то есть там при передаче, там это внизу дальше тайминги написаны, там есть такое. И в одном из исходников я вот такую вот микросекунду здесь поймал. Может, меньше можно, сколько-то там наносекунд, я не знаю, можно отдельную задержку. Но это когда мы будем, может быть, когда-нибудь, может, не будем потоковой передачей заниматься, мы поиграем еще с этой задержкой. Пускай пока сидит, с ней лучше и надежнее. Ну, вот такие вот функции. То есть для чего мы их с вами изучили? Потому что следующий регистр пойдет у нас TX-адрес. Регистр, уже не знаю, какой даташит открыть. Давайте с плюсом. Регистр адреса передатчика. Соответственно, он должен совпадать с регистром одного из каналов приемника обмена. Опять же, не путать с каналами радиочастотными. Он у нас, соответственно, вот сколько бит, 40 бит составляет, 5-байтный. Но это максимум, если 5. Мы используем 3 байта, мы с вами так будем делать, поэтому будет использоваться только лишь 24 бита. Прежде чем нам пользоваться этими функциями и регистрами, мы добавим с вами дефайны и буферы наши. Вот, для передатчика мы сразу занесем адрес, но будем использовать вот такой. Также я там написал, что сначала передается младшая часть, младший байт, потом более старший, и так старший и старший. То есть define будет здесь вот задание ширины. Вдруг мы передумаем 3, будем 5 или 4, чтобы нам только вот здесь циферку поменять, а не везде в коде, потому что это много где будет использоваться. То есть дальше количество байтов передачи, то есть они у нас от 1 до 32, мы будем всего 2 байта передавать. Ну, почему именно 2, это потом вы увидите, когда я по приему передачи буду урок давать чуть позже. Ну, вот адрес, и для приемника мы оставим пока его пустым. То есть он будет также у нас иметь размер... А, нет, это для приема. Мы буфер приема с вами инициализируем, не будет он пустым, мы будем тот же туда отправлять. Для буфера приема мы инициализируем с вами буфер в количестве 2 элементов WIND8T. Ну и все. Теперь можно пользоваться всем этим нашим делом спокойно. Сначала мы настраиваем количество байт в адресе, соответственно, используя нужный регистр, который мы только что с вами узнали. Нет, не настраиваем мы ничего. Мы именно его в буфер сначала посылаем. Да, в writebuf мы по адресу вот по такому-то. Вот он, адрес 010. Это, да, адрес регистра именно 010, который мы с вами только что и посмотрели. Так, даташит последний самый. Вот этот 010. Отправляем буфер. Ну, конечно, там все это не по такому адресу ложится. Мы используем регистр, в общем, для передачи адреса. Мы сначала его посылаем в спай, а потом TX-адрес – это содержимое, то есть эти вот наши 3 байта. Мы его и шлем. А здесь количество байт.
посланных в буфер, потому что в буфер мы будем писать разное количество байт, мы будем буфер ведь и для передачи использовать, и для приема, то поэтому здесь именно задана вот величина в байтах. Все, идем дальше. Следующие регистры у нас для регистры приема, вот эти вот, от 0A до 0F. Я про них вам говорил, что это регистры каналов. В приемнике они от 0 до 6, в нулевой регистр заносим один адрес, в первый регистр заносим другой адрес, а в остальные 4 заносим окончание адресов. То есть, потому что тут только по одному байту. Но опять их заносить не обязательно, заносить достаточно в канал, который мы будем использовать. Мы будем использовать только P1, Pipe1, вот этот канал. Поэтому мы в него и занесем тот же самый адрес. Потому что мы, возможно, будем переводить в режим передачи приема и использовать его когда-то. Тот же, именно самый тот же адрес. Потому что мы, ну, например, мы еще не знаем, какой модуль у нас, вернее, какая плата, какое устройство, какая схема будет у нас в режиме приема. Мы ее делаем универсальной. То есть инициализируем вот этот вот канальчик. Заносим туда тот же адрес. Вот так. Потом, далее мы еще давайте добавим с вами две функции для очистки буферов. Опять же, над функцией инициализации, в которой мы специальную команду передаем, которую мы уже с вами прошли. Немножко там ждем. Ну, здесь-то не страшно одну микросекунду подождать. Здесь как-то это самое у нас все-таки не часто используются такие команды. Еще вот это мы должны с вами написать. Количество байт в регистре RX определенного пайпа. Вот они. Просто вот эти вот регистры, они очень много места занимают в датшите. Это адресные, а есть еще регистры дальше. Вот они все пошли. Они все однотипные, то есть мы в каждый пайп, ну, не в каждый, а в нужный нам пайп заносим количество байт, которые будут в пакете, которые мы будем принимать в пакете. Мы используем пайп первый, поэтому мы в него и занесли необходимые значения. То есть 2 у нас будет вот такое значение. Ну и после этого мы очищаем с вами буферы, потому что, может быть, какую-то мы будем переинициализацию делать. Конечно, я надеюсь, когда модуль включаешь, они уже чистые. Ну и очищать их мы будем не в самой инициализации, а добавим еще одну функцию перевода в режим приемника. Вот такую. То есть мы разбудим модуль, если он спит у нас. Прочитаем конфиг. Переведем его в режим приемника, вот эти биты включим, Power Up включим все равно. Может, он у нас и включенный, но мы его все равно единичку туда на всякий случай бросим, вдруг он у нас уснувший. Потому что не всегда мы RxMod будем вызывать из функции инициализации, потому что функция инициализации, она как-то не часто вызывается. Но RxMod, вот эта функция, будет вызываться у нас не однажды. Затем мы опять записываем регистр. То есть мы считали регистр, добавили биты, опять записали. Ну, CA-set, это ножка как раз и когда она в положительном состоянии, она и задает режим приемника. Ждем 150, ну там 130, ну наша функция, она все-таки вот эта самодельная, и кто его знает, сколько там она может быть, чуть меньше, чуть больше, но все это анализатором логическим надо смотреть. Я смотрел, все нормально. И чистим. Все. У нас модуль будет в режиме приемника. Ну и, соответственно, вызываем данную функцию. То есть уходим в режим приемника. И отключаем светодиод на плате, который у нас включен обычно бывает. Он так инициализирован. То есть он при низком состоянии он включен, а при высоком он выключен. Вот сет ему делаем. Высокое состояние, тем самым мы его отключим. Но хотя бы увидим, что у нас не подвисло ничего с вами. Можно, в принципе, даже попробовать прошить. Но пока он у нас и так вроде не горит, горит только один. Это зажжутся 2, наверное. Давайте прошьем. Что-то у нас даже он не мигнул.
А давайте его попробуем включить. Может, мы его, наверное, не включили с вами. Все, мы ножку с вами не задействовали, скорее всего. Вот наш кьюб. Так, а давайте посмотрим, в сценарии это написано у нас вообще задействовать. Ну да, конечно, есть такое. Не понял. А, не в тот режим. Угу. Генерируем код. Еще раз откроем проект. И пересоберем. Ну, я думаю, нет смысла нам еще одну часть с вами заводить, потому что осталось нам очень немножко. Вот, зажегся наш светодиод. Ну, теперь давайте его потушим. Но это еще не значит, что у нас здесь ничего не повисло. Он и так у нас зажжется. Вот он мигнул, если вы заметили. Ну, давайте вот перезагрузочку сделаем. Вот он, все, мигнул. Ну и все. Теперь мы можем уже данной функции с вами использовать спокойно. И давайте теперь прототипы на две функции еще создадим с вами, чтобы нам читать регистры в мейне в бесконечном цикле. На чтение регистра и чтение буфера. Переходим в main, добавляем локальную переменную в main для значения регистра, которую мы считаем. Затем мы уже в бесконечном цикле добавим определенный код чтения определенных тут регистров. Сейчас я расскажу, каких именно регистров, пока буду удалять вот эти вот межстрочья. Конфиг читаем, дальше его отправляем в USART, NAA читаем, потом там адрес читаем. Это величина адреса для приема, например. Можно для передачи читать. Статус читаем регистр, RFSetup читаем регистр и читаем буфер с адресом. Вот, 3 байта адреса мы хотим также увидеть. Ну и каждую секунду мы будем этим с вами заниматься. Это все уже после того, как будет все это проинициализировано у нас. Все собралось без ошибок. Давайте запустим с вами терминальную программу. Я вот так сделал, сохранил их, а то разные порты используются. Быстрее так получается. Connect. Пока у нас ничего здесь нету, нам нужно, соответственно, с вами прошить проект. И все, у нас раз в секунду пошло. Ну, если мы видим, что тут ни нули, ни FF никакие, значит, скорее всего, все работает. Давайте я Disconnect нажму, чтобы это все не повторялось. То есть, RxSetup у нас 006, ну, мы такой забивали, если помним. Статус у нас 00E, то есть, это 3 единички, означающие то, что у нас нет никаких прерываний, ни сброшенных флагов, и также у нас именно с вами предпоследние 3 бита, за исключением самого младшего, установлены. То есть, это значит то, что у нас буфер для передачи пустой. Я думаю, так, давайте вернемся в статусный. Он тут у нас недалеко. Ну да, у нас с вами даже приемный буфер пустой. Хорошо. А 0, то, что у нас пустой еще с вами и передающий буфер. Вот как. Опять, наверное, все зависит от даташитов, смею заметить. Ну, вообще-то не зависит. Дальше у нас идет с вами адрес приемника, адрес передатчика, который почему-то у нас вот не очень тут считался. Адрес передатчика. Может быть, не оттуда мы его читаем. Но, тем не менее, вот у нас все это сработало. С адресом мы сейчас разберемся. NAA, вот эти, то, что pipe первый включен. Мы, может, не с того адреса читаем с вами. Сейчас посмотрим. Буф-3, это какой мы хоть регистр смотрим. Мы буферы только лишь смотрим с вами. RX-адрес. Мы P0 читаем, нам надо P1 читать. Еще исправление. Конечно же, P1 читать надо. Ну, сразу исправим. Это тут незначительная ошибка. Вот чем и хорошо-то USART. Мы с вами ошибки еще заодно находим. Сохраняем.
Здесь мы еще раз собираем, прошиваем и смотрим. Ну вот, теперь адреса пришли. Как мы видим, то вот у нас тут сверху E7, E7, E7 был, а теперь вот такой же адрес. То есть в буфер-приемник также находится адрес. То есть цель данного урока, я считаю, достигнутой с лихвой. Мы ознакомились плотно с модулями, с их работой по всем направлениям. Также мы научились инициализировать данный модуль, переводить его в режим приемника, научились читать, писать регистры, научились читать, писать буфер. То есть мы вполне с вами уже готовы и очень подготовлены к тому, чтобы прослушать и понять урок по непосредственной передаче прием данных между двумя такими вот модулями. Пока, конечно, между двумя, между... сразу много мы не будем. Поэтому ждите такого урока, соответственно, в новом году, с наступлением которого я вас также поздравляю. Всем желаю здоровья в новом году, счастья, успехов во всем, не только в программировании, но в программировании больше всего. Раз вы встали на данный путь, то успехи вам будут нужны. Удача будет нужна, интуиция должна работать, то есть вы должны предугадывать все ошибки, которые могут вас подстерегать. Ну и всего вам доброго в новом году, в наступающем. Теперь, чтобы узнать, когда выходит следующий урок или даже часть любой моего видео, вы подписывайтесь на канал, включайте уведомления, и все вы увидите. Возможно, еще, может быть, не в рамках урока, в рамках обзора со светодиодной лентой с RGB посмотрим в этом году. Ну, может, и не в этом. Я спешил сделать в этом, но она только что приехала, я могу просто-напросто не успеть. Ну, по крайней мере, качественный урок я точно сделать не успею. Но какой-то, может быть, и сделаю. Может быть, и не сделаю. Жмите кнопочку «Мне нравится», если понравился вам данный урок. Также пишите комментарии. Всем всего хорошего. Еще раз вас с наступающим Новым годом. Всем доброго здоровья.